Здравствуйте, в эфире «Территория Тольятти». Мы по-прежнему держим вас в курсе всего самого важного и интересного, что происходит в этом городе. Тротуары сделаны, бордюры установлены, дороги заасфальтированы. А жители многоквартирных домов все равно недовольны. Причина – недостаточное количество парковок. Куда поставить машину, если мест катастрофически не хватает? Новый асфальт внутри двора не роскошь, а норма. Таких дворов в Тольятти стало на 96 больше. 3 месяца назад начались ремонтные работы и точно в срок подошли к своему завершению. Отремонтировано дорожное покрытие во дворе и на подъезде к нему сделаны тротуары для пешеходов и обновлены бордюры. Матросова 21 за минувшее лето преобразилась. За ремонт, конечно, очень большое-большое спасибо. Стало намного красивее и приятно. Детям даже есть где бегать не по дорогам. Но маленькая, большая, даже, можно сказать, проблема. Машин ставить некуда. Они отремонтировали дорогу, но не расширили. Парковочные места новые не сделали. Вот здесь очень, конечно, неудобно. Одним парковки нужны, другие ратуют за строительство детских площадок. Места для стоянки машин – вечный камень преткновения в работе дорожников. Проблемы, ну, стандартные, как всегда, из года в год. Жители, которые как бы не понимаешь, ну, игнорируют знаки, схемы, ну, то есть, которые выставлены согласно схем. То есть они оставляют автотранспорт. То есть с автотранспортом очень было много проблем. А, ну, при производстве такого вида работ всегда сталкивается человеческий фактор. То есть кому-то надо площадку, кому-то не надо. Возле дома по улице Баныкина, 42, не только провели модернизацию придомовой территории и выездов, но и расширили парковки. Жителям этого показалось мало, и одну из заасфальтированных площадок, предназначенных для активного отдыха, они приспособили под парковку. Высокий бордюр ничуть не смутил, соорудили и некое подобие трамплина. Я считаю, что вот это место, именно это место, должно как было, так и дальше оставаться парковочным местом. Поэтому, потому что мы своими силами здесь пытаемся что-то разметить, что-то как-то и также облагоустроить. Все площадки, то есть, которые принадлежат детям, нашим детям, они вот построены, мы туда не пытаемся залезть на машинах. Представители дорожных служб разводят руками. Асфальт не предназначен для автотранспорта. При таком использовании раскрошится в ближайшее время. Да и вообще, автомобили стоят незаконно. Отсюда их спокойно может забрать эвакуатор. В целом, конечно, если у нас есть протокол общего собрания жителей, и где жители решили, что им необходима парковка, первоначально мы выполняем проектную документацию, согласно которой будет продолжение работ. Выполняем эти парковки на будущий год. В основном делаем один год проектную документацию, на следующий год выполняем строительство этих парковок. В этом году на модернизацию дорог внутри дворов было затрачено чуть более 350 миллионов рублей. В бюджете города на следующий год заложена аналогичная сумма и тот же объем работ. Тольяттинская школа спортивной гимнастики отметила свой полувековой юбилей. По случаю самый титулованный воспитанник дешор номер 10 Олимпа Алексей Немов провел мастер-класс для юных гимнастов, но не один, а в компании не менее титулованных товарищей – олимпийских чемпионов по спортивной гимнастике. Как разминаются звезды и в чем секрет олимпийских побед – об этом в следующем сюжете. От урока мастер-класса к олимпийской медали. О, нравится всем, принимаем. 5 чемпионов на одном Олимпе. От лозунгов к действиям. Главная цель приезда прославленных гимнастов – мастер-класс для подрастающего поколения спортсменов. Надеюсь, что после нашего мастер-класса сегодня может как-то ребят немножко взбудоражить их воображение, чтобы у них появилась цель и задача, и стремление для того, чтобы с такими с новыми эмоциональными силами, в общем-то, идти к цели. А цель у нас одна – Олимпийские игры. Как правильно отжиматься, куда тянуть носки и почему важно сохранять самообладание в любой ситуации? Советы олимпийцев ценны как для малышей, так и для тех, кто имеет опыт выступления и спортивные звания. Они дают очень хорошие советы, которые я запоминаю. Потом буду на тренировках это вспоминать и работать уже лучше. Воркина, она мне сказала: держись, ты будешь везде выступать. Потом я пошла на брусь, мне так понравилось. Она мне столько рассказала, сказала: ты выбирай, давай, делай и не торопись, у тебя все в руках.
Личный пример – заряд вдохновения от общения с кумирами. Все это, несомненно, будет работать на пользу будущих звезд спортивной гимнастики в Тольятти, уверены тренеры Алексея Немова и Евгений Николко. Тем более, что потенциал Тольяттинской школы спортивной гимнастики остается достаточно высок. У нас сейчас есть мальчики в нашей школе, у которых сложность программ выше, чем у Немова, Леша. Понимаете? Другое дело, что гимнастика меняется, и методика меняется, и значит, техника меняется в некоторых видах программы гимнастической. Поэтому то, что он проходил, это одно. А сейчас ребята наши сложнее программу делают. И у них все впереди. Усилить позиции тольяттинских спортсменов на всероссийской, а потом и мировой арене поможет строительство новой современной тренировочной базы в Тольятти. Такую возможность сейчас обсуждают. Русские сезоны в седьмой раз прошли в Автограде. Международный фестиваль открылся совместным проектом Тольяттинского колледжа технического и художественного образования и французского лицея Камилы Кладель в сфере визуального мерчендайзинга. Мы узнали о том, как витрины становятся произведением искусства. Перечитать шедевр и создать свой – контурами и красками по ткани. Пусть в рамках учебной программы, но на суд самой широкой аудитории, в том числе и за рубежом. Валерия Яхина живописью увлечена давно. Тем не менее, на придумывание эскиза и подбор цитат времени ушло немало. Зато всего 2 дня на прорисовку задуманного. Вот одна из моих подушек. Здесь как бы сюжет такой «Маленький принц» и «Лисенок, они смотрят на закат». И здесь цитаты вот сзади. Слова только мешают понимать друг другу. И на французском. Выполнено в технике холодный батик, то есть резерв, потом цветом, растяжка цвета. Вот такие разные узоры и силуэты. Подушки Валерии и других студентов, расписанные по мотивам «Маленького принца», стали частью арт-инсталляции в Зимнем саду библиотеки Автограда. Это первые пробы студентов в новом художественном направлении, которое на Западе именуется визуальным мерчендайзингом. У нас, в общем-то, в России это воспринимается как просто раскладывание продуктов на стеллажах, а во Франции это целое искусство, целое направление. Поэтому мы заинтересовались, и будучи во Франции, мы решили, что будем тоже реализовывать подобное направление. И зародились уже проекты. Еще одним совместным проектом французского лицея и Тольяттинского колледжа в рамках фестиваля «Русские сезоны» стали витрины деревянных игрушек. Традиционные формы и народная роспись в витринах, оформленных по европейским стандартам. Каждая витрина, она была создана одним студентом, и эта задача студента была наиболее гармонично вписать игрушку в пространство витрины. Таким образом, мы использовали только бумагу и выразительные средства. Французская сторона готовила свой вариант оформления витрин игрушек, но воплотить задуманное в жизнь помешали противоречия большой политики. Стоит отметить, что сотрудничество среднеспециальных заведений Тольятти и Вариаля пока единичный случай, не имеющий аналогов в нашей стране. Если смотреть на значимость этого проекта, прежде всего это в интересах самих учебных заведений, безусловно, потому что это международная практика студентов, это международная коммуникация. Но я бы смотрел и больше, потому что, безусловно, продвигая такую работу от имени Тольятти, мы работаем на имидж города, и в целом Самарской области. В рамках 7-го международного фестиваля «Русские сезоны» также запланировано несколько хореографических и творческих конкурсов. Закроется фестиваль в эту пятницу, 27 ноября, гала-концертом в Тольятти. На этом у нас все. Встретимся через неделю на территории Тольятти. И помните, если у вас есть проблема, она может стать темой следующего сюжета. Пишите.